Летние каникулы в режиме онлайн необычно, но факт. Педагоги решили помочь школьникам провести свободное время с пользой. И к вам всем сердцем обращаюсь. На мысли я себя ловлю. Поверьте, я не притворяюсь. Я каждого из вас люблю. Конечно, ни одна виртуальная программа не заменит путешествий, катания на велосипедах с друзьями, купания и рыбной ловли. И все же столичные педагоги организовали марафон внешкольных эфиров, в рамках которого ученики в дистанционном режиме продолжают посещать кружки, виртуальные экскурсии, принимают участие в мастер-классах. Для выпускников 11 класса организованы онлайн-консультации в целях подготовки к экзаменам, дату начала которых предварительно рассматривают на 19 июня. Летние лагеря также будут присутствовать в онлайн-режиме. В этом году, с 1 июня, наши лагеря начнут работать немного в другом формате, онлайн-формате. И с 1 июня 65 онлайн-лагерей примут наших детей свыше 5000. В июне пройдет две смены продолжительностью по 12 дней каждая. Онлайн-лагерь – это тот же обычный пришкольный лагерь со своими традициями, своим распорядком и интересными творческими программами. Кроме того, даже последний звонок в этом году пройдет в режиме онлайн 22 мая. Запланированы трансляции поздравлений директоров школ и различные флешмобы с участием выпускников. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.